спрос рождает предложение. Все больше людей покупают отечественные автомобили, самые популярные из которых, бесспорно, «Лада». Именно эта марка входит в топ-5 самых продаваемых в стране. Доля рынка в Рязани составляет примерно 24%. Это выше, чем в среднем по России. Поэтому переезд и открытие нового дилерского центра «Лада Кармен» на Куйбышевское шоссе рядом с регионом 62 более чем актуально. Почти 2000 квадратных метров составляет общая площадь. Современные технологии, мировые тренды и клиентоориентированность – вот главные отличия нового центра. Место для его строительства было выбрано не случайно. Этот дилерский центр стоит на двух трассах, то есть Ряжское шоссе и Куйбышевское шоссе. По этим двум дорогам из 25 районов Рязанской области, 18 районов Рязанской области дорога проходит здесь, через это место. Поэтому место очень удобное для не только жителей Рязани, но и Рязанской области. Кроме того, многие помнят, что когда-то здесь был автомобильный рынок. Теперь здание с надписью «Лада» видно издалека. Помимо продажи машин, в новом дилерском центре создали современную сервисную мастерскую общей площадью более 1100 квадратных метров. Здесь у нас новейшее, самое последнее оборудование. Прямая приемка, которая позволяет полностью продиагностировать автомобиль за 10 минут. У «Кармен» и здесь есть свои достижения. В 2018 году сервисный центр стал первым в России по качеству обслуживания клиентов. Конкурентов, к слову, было 295. По словам директора по развитию дилерской сети ПАО «АвтоВАЗ» Сергея Кутейщикова, «Кармен» почти 10 лет является официальным представителем «Лада» в Рязани. За эти годы объемы продаж серьезно набрали обороты. Что касается 2018 года, то действительно, нам есть чем гордиться. Мы продали более 360 тысяч автомобилей в России, что на 16% больше, чем в 2017 году. Тем самым мы идем с опережением рынка. Как вы знаете, что общий рынок вырос на 13% в России. Наверное, впервые за 7 лет мы достигли доли рынка 20%. Соотношение цены и качества сделали свое дело, и автомобили «Лада» стали настоящими серийными машинами на все случаи жизни. В России только несколько дней назад стартовала продажа нового «Лада Веста Спорт». Ее презентовали на открытии дилерского центра «Кармен». Теперь новая модель доступна и для рязанцев. Ее отличительной особенностью является то, что, обладая всеми характеристиками гоночного автомобиля, машина прекрасно зарекомендовала себя и в повседневной жизни. Это только первая премьера года. Всех любителей отечественного бренда ждет еще как минимум две. Их все можно будет увидеть в новом автосалоне «Кармен». Поздравления по поводу открытия, которого вам прислал глава региона Николай Любимов. Группа компаний «Автоимпорт» по праву входит в число ведущих предприятий отрасли, обладающих высококвалифицированными кадрами и современной технологической базой для оказания широкого ряда профессиональных услуг на автомобильном рынке. Пришел на торжественное открытие и исполняющий обязанности главы администрации Рязани Сергей Карабасов. Он отметил вклад компании «Автоимпорт» в развитие экономики города и отечественного автопрома. А также вручил Олегу Смирнову благодарность от городской администрации. Это замечательная сервисная зона, замечательный автосалон, замечательный новый формат «Лады». У нас более 25% жителей пользуются данной маркой, и «Автоимпорт» продолжает зажигать. Уже сейчас в автосалоне «Кармен» на Куйбышевском шоссе представлен весь модельный ряд «Лады», включая новинку этого года – «Весту Спорт». У всех желающих есть возможность сесть за руль этих автомобилей, почувствовать сцепление с дорогой и провести тест-драйв. Мария Руда и Сергей Данилин, телекомпания «Город».